начнем записи. Односторонние агентурные радиопередачи осуществляются радиоцентрами спецслужб противника, как правило, в телефонном режиме. Диктор женщина, язык преимущественно английский и немецкий. Применяются также так называемые специальные односторонние радиопередачи, прием которых возможен только с использованием специальной приставки, подключаемой к радиоприемнику. Односторонние радиопередачи проводятся, как правило, на 2-3 частотах, то есть волнах одновременно по определенному расписанию. Пример радиопередачи франкфуртского «Ти-минут» диктором произносится трехзначный цифровой позывной сигнал 3 раза и последовательность цифр от 1 до 0. Hey, 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 hey.
состоящий из нескольких тонов, в перерывах которого диктором фонетическим алфавитом произносятся двубуквенные позывные сигналы. Продолжительность радиопередачи, позывного сигнала и шифр текста составляет 9 минут 42 секунды.